Чем занимаются неправительственные организации в селах? Этот вопрос стал главной темой заседания общественного совета Есильского района Северо-Казахстанской области. Там действуют 18 НПО. В этом году на реализацию госзаказа местным объединениям выделено свыше 700 тысяч тенге. И, как сообщили на встрече, планируется проведение разных акций и круглых столов, посвященных гендерной политике и укреплению общественного согласия. Одним из масштабных проектов станет комплекс мероприятий, посвященных 25-летию независимости страны. Члены совета внесли свои рекомендации о том, как улучшить работу неправительственного сектора. Основная цель была создание общественного совета, чтобы как бы ближе было общение с народом, неправительственными организациями, госорганами. Представители на заседаниях выносят вопросы, и мы уже более знаем, какие темы интересуют население района.